И всем здорово, друзья! И это новая серия, yes. Да, новая что серия. Там? Ранение, облучился. Новая серия из толкача, ну и... Что, есть что-то новое? Да чё вы все ко мне пристаёте-то? И хавать у меня почти что нечего. Вот есть какой-то... рацион питания украинский. Ну давайте, пробнем. Всё равно, есть-то что-то надо. А, еще надо еду с собой прикупить, господи, сейчас бы поспать. А чё, зачем я сейчас пожрал, ё-моё, надо было сначала поспать. Ладно, не, пойду-ка. Давай, не задерживайся. Бороды, а есть тут твой чаёк? Здравствуй. Да чё меня штырить? Я не... меня начал что-то штырить теперь, жестко. А, может потому что я сигареты курил, ну там... от радиации спасался, и теперь я хочу курнуть, типа. А? Не знаю. Что здесь похавать-то? Мясо тушкана. Радиационно. А нахер ты это продаешь? Нафига? Слушай, а детектор-то мне надо. Детектор отклик. Ну не, ладно. Забей. Это что такое? Верблюжий горб. А, переносимый вес, понял. Ну что, есть что похавать у тебя? Собачья отбивная. Че продаешь ты здесь, а? Ну вот это. Блин, сухари стоит 1300, вы че? Охренеть. Ты там вообще жив, нет? Ну давай посмотрим, что у этого. Посмотрим, что здесь. Что есть похавать-то? Ну, пацаны. У тебя же тоже должно что-то похавать быть, да? Сколько? Ну, у тебя, наверное, нет. Ну. Чё? Сухари жрать? Ладно. Будет чего интересного, заходи. Да я еще не ухожу, что ты меня прогоняешь? Че прыгань? Ой, блин, куда там играет? Что играет? Если что, мне придется замазать, да? Убрать низ, да, музыку? Ты же понимаешь, борода? Блок батарей. Так. Табачные листы. Да чё это? Консервные томаты. Вот это пойдет, вот это да. Тушеная фасоль. Ну такое чудо дорогое. Бобы чили, бобы. Все, поехали, поспим, отдохнем. Что-то меня начал штырить жестко, прям по жесткому все двоится. Давайте поспим. А сколько времени? Сколько? Как раз вечер, посплю до утречка, да? До утречка, там, 5 часов, 4, еще темно будет. Давайте 5, 5 утра двинемся на охоту. Двинемся, а, все? Оп, ага, и бахнем бобов, наверное, не стой. Томаты, давай, томаты бахнем, оп, нормально. Хрум-хрум. Там газировочкой запить. Или водичка. Там чё, водичка есть? Сыщей. Да не, ладно. Без водички не обойтись, походу. Так. Так, ну я все равно что-то есть чуть-чуть. Это была необычная водичка или что это было? Чё меня? Ладно. А патрон-то не купил. Ладно. Так, а чё хотел? Это чё я хотел? Чё хотел? Я лагерь наемников? Нет. Лагерь наемников я пока что походу не потяну. Пойдем логово кровососов. Кровососиков. Найти пропавшего охотника. Лагерь на. А где кровосос? А, ну вот, вот, двинули. Двинули до кровососов. Первым делом
кровососы, ну а девушки потом. Так, а куда мне надо? Уйди. Это сюда? Охренеть, далеко. Да, в ту сторону. Уже шмальба где-то идет. Да дождь, какой дождь? Специально под утро встал, чтобы дождя не было. Смотри, кабан бесится. Там тоже кто-то бесится. Мне как раз в ту сторону плоти там. О, мать. Ну-ка, давай отсюда там, в приседе. Ну-ка, тихо. Чпок. Не, ладно, не буду тратить патроны. Ох. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, моя маленькая плоть. Хавать-то охота? Ну это желудок, по-моему, ну. А вы меня не сожрете, а? Смотри, сколько их, а? Чё, это кто? Это псевдопёс, что ли? Нет. Они что, между собой? Нет. Бились бы они между собой, было бы вообще хорошо, но... Чё-то как-то нет. Чё-то как-то нет. А я туда вообще иду? Ну, почти, почти. Ладно. Ладненько, ладненько. А куда все что-то куда-то забежали уже? А, нет, кабан. Ты решил испытать судьбу, кабанчик, мой маленький друг? Я тебе говорю, лучше не надо. Лучше не надо этого делать, мать твою. А то я буду вынужден применить силу. Нет, приседания начинаю. Не надо, пожалуйста, без приседаний. Дождик закончится, я тебя умоляю. Здесь прям, я не знаю, какая-то аномальная погода, всегда дожди. А там чё? Не в ту сторону её. Мне вон туда. Оп-оп-оп-оп, пацаны, а вы кто? Слышь? Вы кто такие? Фу, я думал бандиты, думаю, сейчас начнется заварушечка. Че, поговорить тут не хотите? Иди с командиром говори. Бой окончен. Отработали. Больно. А, это ты. Бой окончен. Так кто командир-то? Командир? Со всеми вопросами, командиру. Командир? Вот сейчас смотрю, у тебя командирская стойка, давай, брат. Ты? Больно. Вольно. Вольно! Давай, что там. Расскажи мне насчет одного дела, спрашиваю. Тебе что-нибудь известно об этом? Да. Не встречал сталкера по кличке Сорока? Да тут хотя бы тех ребят, кто в долге всех запомнят. А ты про сталкеров. Вон у них лагерь на Скадовске. Пойди и спроси. Понятно, торговля. Что у тебя есть? КПК. Понятно. 100 рублей за 100 рублей продают. Так. Губная гармошка. Повсеместное применение. А чё, а по аптечке у тебя? Не, ну у тебя и цены, конечно, ты заломил. Универсальное зарядное устройство. А чё мне парить бы тебе? Да у меня нечего парить. Нечего. Ладно, гуляй, Васька. Васька, гуляй. Такс. Чё, надо идти через изумрудное? У нас же изумрудное здесь, да? Ну, да, да. Чё, поехали? Не знаю, может какую-то тихую музыку и сталкеров ставить. Ой-ой-ой. Чтоб вам было не скучно, хотя...
Кто вставляет музыку в игру? Может ли быть здесь что-нибудь полезное? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Хотя... аномалии никто не встречал там. Ты... да... да пацаны, помогите! Оп, еще одна. Блин, подлагивает в этот дождь, ненавижу дождь. Я теперь не люблю больше. Не, подожди, резать не хочу, не хочу, сейчас она... ладно. Я ничего не боюсь, я буду резать у вас на глазах ваших же друзей. Плотей. Они сразу, смотри, убежали. Напугал плотей, господи, звери. Ну и кто теперь зверь? Да хватит лагать, что ли, заебал эта игра, слышь. Натуре, ну как здесь без мата, ну чё это? Нати болт, ржавый. Не, в душе вообще нереально, да, надо что-то делать. Я, может, даже буду запись вырубать под дождь. Где-нибудь встану, постою, чтобы... ну, не было этой херни, но в натуре, ну, смотри. У меня аж рука пропала. Не знаю, бахнуть еще что ли, покушать. Стой, не сейчас. Явно не сейчас здесь какая-то... кто это? Активность какая-то слишком. А мне как раз в ту сторону, да? Смотри-ка, что делать? Мосинку не хочу тратить, она дальнобойная, она не очень сильно пробивает этих... всякую эту живность ходячую, тут свиней этих, плотей. Вот, ну-ка давай попытайте счастье. Блядь, дождь пройдет, нет сегодня. Смотри-ка, они стаи, стаи нападают. Тихо, тихонько. Тихо, 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 тихонечко. Ох ты! Ох! Ох! Ох, мама! Помоги! Ты ж на камень не... ну! Вот так. А ты подожди, куда? Дружба... дружбан! А, кровь прошла, все нормально, нормалек. Обыскать. Ну-ка, подожди. Подожди, обыскать. А, вот ты. Ну? Давай, иди сюда. Ну! Еще? Кто-то еще хочет? Я думаю, нет. Ну, лицо у тебя. Лицо. Нет, подожди, какое лицо? Шкура плоти даже есть, воу. Я думаю, надо присесть на камушек, покушать, да? Покушать, да, посмотреть на вид мертвых плотей. Там тело слишком повреждено. Тоже. Собака, тело слишком повреждено. Понятно, ясненько. Давайте сядем на камушек, перекусим наши бобы. Да, бобы чили. А то почему-то я все хочу есть и хочу, непонятненько. Во, во, вот так уже лучше. Патрошек-то у меня нет. Пошел на кровососа, все патроны потратил. Так, ну все, сохраняю, сохраняю. Чё? Убери, пожалуйста. Не позорься. Так. Без пейнвейхи, я надеюсь, справимся там. Туманище уже, что-то дождика уже не слышно. Один гром слышно. Может, у меня уши заложило? Где-то здесь. Думаю, надо... самое время сохраниться. Ну-ка. Где
где-то здесь. Где-то тут. Где-то тут. А где ты есть, ну, ну? Трупочек. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Встретиться с глухом. Нихера, ты там вышел? О! Понял, иду! Иду, лечу. Собака. Ах ты, шавка! Я думаю, а чё она стояла, как бы? Ну, я думаю, пройдет кровь там, нет? Ну, прошло же. А она стоит такой, думаю, ты чё, зависла, собачка? Хотел ее погладить, а она на меня... Бац. И все. Офигеть, туман, смотри, какой сильный. Я ни хрена не вижу. Туманчик, успокойся. А где дождь? Может, дождь из-за... Неважно. Куда-то весь звучок дождя пропал. Сюда? Да, сюда. Сюда, сюда. Иду, бегу. Ползу. Лезу. Поднимаюсь. Где ты есть? А вон это ты? Ты? Где? Ох, 11 патронов на дрободан. Ой-ой-ой. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там аналогово и есть. Слушай, проверим, а? Слушай, какая у тебя пушка. Они могут появиться откуда угодно. Так, 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 ну-ка. Давай я тоже. Давай я тут спрячусь там за тобой. Я за тобой. Ты танкуешь. Я не очень, я хлюпенький, я тебе говорю, у меня я вообще. Я в тряпках просто, в простыне. Ты хотя бы в бронике там, я не знаю. Затанкуешь, да ты? Я тебя прошу, только... Только не беги ко мне. Ну? Чё стоим-то? Что-то... Что-то есть! Прикрой где? Меня, ага! Где? Ох, блять! Готов! Но я двоих видел. Так... Ты его чем, рукой что ли шлёпнул? Он так... Ладно, я стрельнул, он не умер же, да? Он рукой ему просто прикладом чпоньк. Ни хрена ты жесткий чувак. Я... Ты респект. Респект. Охренеть. Ну ты вообще прям, я не знаю, кунг-фу мастер, блин. Чё, чё? Чё смотришь? Да нет тут никого. Смотри, вот так проходишь. Нет. Не знаю, не буду рисковать, что-то как-то муторно. Сейчас он крикнул, а кто-то есть. Что там? Брату, давай ты встанешь, ты будешь стрелять. Там сбить ты же! Ох, блядь! Стреляй! А чё ты на меня рванул? Там перед... Ебать, блядь, ты помоги, 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 ты чё кинул-то меня? О, пизда мне. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай, убивай его. Я тебя поддержу. А ты где есть? Как ты его видишь? Давай, 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 я тебе помогаю. Помогаю! Оп, нет. Все вроде, этот последний. Все вроде. Ну конечно. Все вроде. Оф. Последний, думаешь? Я надеюсь, потому что у меня патронов больше нет, а ты как-то. Да подожди меня-то ты! А он, смотри-ка, он у него пятки сверкает, бежит. Ну ладно, ползет. Ну чё, чё встал? Ну, сюда нам? Или ты просто смотришь тут на эту херню? Понял. Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Ну давай.
Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной. Ох, на голову тебе прыгнул, нормально. Оп. Хорошо. F5. Не забыл сохраниться, мало ли ты сейчас. Не расшиб, нет? Ладно, да я ж тебе на голову приземлился. Тебе голову не сломал, там нет. Ну вот больше меня и не спрашивай ни о чем. Ну все, вся надежда на тебя. У меня. Подожди, я сам об. Смотри-ка, странно, а? Следы кофей. Все, взять все. Потом разберусь. Братух, я сам посмотрю здесь, что тут у них. В прошлых жмуриках такого не было. Жмурики. А все, у них ничего нет. Все. Я обычно. Нет, ничего, пустые. На прошлую. А смотри-ка, вообще тут что-то по максимуму не очень, да? Нет! Данилы нет! Тут нет. Пошли отсюда. Ну Данила, да бог с этим Данилой. Так. Ну пошли отсюда, пойдем. Все. Ладно, хоть налутался немного, да? Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли, глянем. Вход запрещен. Полно кровососов. Ни хрена себе. Давай-ка на цидлах, чтобы без шума и пыли. Ну давай на цидлах. На чем? Стой. Чё? Так. Ёпта. Смотри, он нормально здесь спит. А как ты пролез тут? Так. Тихонечко. Маленечко, потихонечку. Не пукаем. Понял? Что я у тебя не буду там лезть. Надо же, прошли. Ну да. Нифига себе, тихий час. Тихий час, да, ты тут строили капец. Вроде выход. Прыгай! Надо этим бороду озаботить. Кто-кто, а он докумекает, как с тварями разделаться можно. Да, целое логовище. Короче, вообще дохера их тут. Слишком много кровососов. Ну, что-то со мной поговорить хочешь? Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. Сосателях? Нужно что-то делать. Об сосателях расскажу. А у меня есть тут была, короче, такая тема, которая там давала мне... Таблеточки, да, еще были такие, типа... Да! Выносливость плюс 90 насыщение, переносимый вес плюс 1 килограмм. Давай сожрем. У нас силы прибавятся, и я думаю, мы долетим просто до Скадовска, потому что набрали-то мы много добра, теперь это попробуй утащи. Попробуй-ка, утащи-ка, да? А идти-то мне еще и далеко. Поехали. Надеюсь, меня никто не запрессует, здесь никакие бандиты, которые там стреляют с калашка. Очень-очень метко. Это чё за... Чё за хигня? Слышь? Не-не-не-не-не-не-не-не. Не, ребята. Я не хочу туда идти, что это за херня, я не знаю. Но я не хочу туда идти. А это изумрудное, слышишь? Из изумрудного меня палит что-то. На меня что-то палит. А там что-то, оттуда тоже что-то. Не.
Не-не-не-не. Айзуа. Да вы уйдете отсюда, нет сегодня. У меня на дрободан патронов нет. 5 патронов, я не убью их. Ладно, по. Ебать. Это ч за псевдогигант? Не. Я пожалуй пойду. Я не. Да и нет, ну не иди, пожалуйста, ко мне. Я чё, я тебе ничего не делал, я не стрелял. Ходи себе там, я понял, все, изумрудная захвачена. Плоть, ты спишь? Ты спишь? Я выстрелю. Тело слишком повреждено, понятно. Все, все, все. Он ко мне идет, что ли? Не, он не идет. Фух. Не, что-то как-то в изумрудное лучше не ходить больше никогда. Без иголочку может бахнуть. Хотя не, зачем, она ничего не дает. Да что это же? Слышь? Здесь кто-то ходит или что, я не могу понять. Что это за херня? Не пойму просто, что это? А! Это рисунки, прикинь! Это рисунки! Я думаю, что это за херня? Кто-то палит, там нечто какое-то, блин. Оно! В натуре, а это рисунки на домах. Капец, страшные рисунки. Что-то подлагивает немного, ну да ладно. В принципе... терпимо. Так. Херач их, пацаны. А где вы, пацаны? Туман такой вот сейчас, вот смотри, прям. Прям смотри, спускается туманище, туман вообще прям. Всем туманом туман. И еще лагать. Да опять дождь пошел, да ты заеб. Все прям лагает, не могу. Там где-то шмальба идет, но я не вижу. Я даже не вижу. Я надеюсь, вы не в меня стреляете, потому что... это будет нехорошо. Ебать, что это? Чё это было? Фу, бля. Ух. Чё за херня происходит? За херня, смотри, там канаёбится какая-то херня. Фу. Я аж напугался, пиздец. О, ну там залагал чей-то труп, я так понимаю. Он его, смотри, швыряет туда-сюда. У меня аж от этого в ппс присел, надо свалить отсюда, чтобы он отлагала эта херня. Короче, все бегут просто на дом. Я аж стрельнул от испуга, думаю, что это за херня? Господи. Новые спецэффекты, думаю, добавили в Сталкач. Вроде не припомню таких, давно играл, но... ну все вроде, да, смотри, я не вижу эту херню и все, все. Что происходит? Ну это бандиты опять бегут. Ладно. Так. А, они лутают кого-то, да? А жмур там, да. Пацаны, чё, платили, стреляли? Ух! Запасывай! Дядя, а кто, где дядя? Ебать! Ох, блядь. Ох, блядь. Да прикройте там со Скадовского, ну. Ну все, пиздец. Ладно, вы хотите по-плохому, да?
Они еще гранатами закидывают мой труп. Нормально, нормально, понял. Чистое небо, помню, вроде, да, года 3 назад уже. О, красный этот прицельчик. А здесь-то не, я не пойму даже, кто здесь, свои, не свои. Свои, не пойму. Ладно, пацаны, я понял вас, я понял. Вот, видишь? Смотри, видишь? Ничего не показывает. На, блин. Да куда стреляешь-то ты? Мосинка сама стреляет, прикинь. Ща я вас со Скадовска подчикую. Если добегу. Давай, 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 давай. А эти там часовые стоят, им похеру. Бандиты тут рядом. Ну ладно, не знаю. Что говорить, здесь бандиты и тут сидят. Ладно, я понял, с бандитами у меня будет разговор короткий. Короткий и быстрый. Сейчас я только поднимусь, если они не убегут. Но я одного пришил. В затылок. Чпоньк. Ща. Ща. Да я дойду сегодня, нет. Канистру вон, попей. Чё это такое? Вон, ИРП, блин, питание. Теперь здравствуй, сталкер. Еду можно не покупать. Тихо, тихо. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Приветствую. Сидишь, да? Ну ты ведь сидишь, я тебя вижу. На! Сохранюсь на всякий пожарный. Что ты? Чё, не можешь стрелять сюда, что ли? Ну и ладно. Я-то могу. Я-то могу. Оп. А я видел, я попал. Еще раз попал. Что, животик бы... Заболел животик у нашего маленького бандита. Вас же там больше было, пацаны. Пацаны, выходи. Ладно. У меня же гранатки есть теперь. Блин, как-то я гранатами не знал. Не знаю, вас только очень не пользовался. Да чё ты топ? Да чё ты топчешься? Ничего ты покупать не хочешь. Гранаты за сколько возьмем? 125. Чё-то мало, слышь? Это граната, а не хлеб. Колоды игральных карт. Мясо тушкана. Погоди. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Рассказать бороде, точно надо же рассказать бороде. Борода, борода, бородишка. Под ВНЗ обнаружилось целое логово кровососов. Так. Логово необходимо уничтожить, дай подумаю, черт знает, сколько там в тоннелях кровососов. Надежнее всего травануть газом. Помню, Стич что-то рассказывал про газовые баллоны. Сходи к нему, извини, что напрягаю, но у меня с ним не очень ладится. В общем, если сможешь достать газ, подключи баллон к системе вентиляции ВНЗ, и все кончится в считанные минуты. Так и сделаю. Логово кровососов, найти отравляющий газ, понятно. Торговля. Ну давай с тобой мы поторгуем, да. Сайга. Она такая, знаешь, поломанная. В принципе, ее можно починить, но нафиг она мне нужна. У меня есть мосинка, я же снайпер вообще. Правда, еще пока слабенький снайпер. Ну-ка, сколько поремонтировать? Ебать! 53 косаря! Ты вообще там, ты адекватный? Я пошел ты на... А это... Это вообще 90 косарей, ты чё? Кожа кровососа. Смотри-ка, я уже нацеплял на себя кожу кровососа. Шкура плоти. Шкура плоти.
Что-то я нацеплял на себя то, что не хотел. Ну-ка. Так, а давай что-нибудь сначала мы покушаем. Там бобы, не бобы. Что есть? А вот рацион питания добавил. Оп. Хрум-хрум. Вот. Хорошо, давай там кашечки себе завари. Нормально, нормально. Так, Бородецкий. Забирай, короче, забирай. Он вообще там поехавший этот. 190, по-моему, граната здесь дороже. Забирай гранату нафиг. Так, что это? Кожа кровососа. Плюс 7 радиозащита. Не знаю, что значит плюс 7. Значит, ну, защищать, типа. Химзащита плюс 11%. Это что? Кожа кровососа. Радиозащита 13. Да в принципе пускай. Пускай, в принципе, висит. Максимальный вес 360. Какая машина самая сталкерская? Это отвечает тот, какая? Порожит? Почему? Надежная как-то. И багажник спереди. За кобаром удобно присматривать. Вот это тоже все говно забирай, патроны ненужные, все говно. Фотография женщины. Мясо свое забирай тоже. Колода игральных карт тоже нафиг забирай, не нужна мне. Испорченные патроны, а нафиг они мне нужны, забирай, короче. Швейцарский нож. Забирай, глаза плоти это забирай. Шкуру кабана. А чё она, минус 20 радио, и забирай нафиг. Нашивка одиночки, ну это можно обставить, ну блин. Не пользуюсь этой починкой, но можно, конечно, попробовать, чё это такое. Ремкомплект для дробилка, осталось на 2 использовать. Их 6 косарей стоит. Тоже забирай это. Смотри, сколько всего набрал. Мясо кровососа. Мясо плоти. Мясо кабана. Мясо слепого. Да стой, подожди. Посмотрим, сколько... Так, мясо кровососа 211. Сколько ты берешь? Сколько ты берешь? Могу, кстати, продаваться за кадром все это делать. Но я думаю, вам тоже интересно, что я тут какие... Оп. Это дороже, ну-ка, мясо. Мясо кабана, ну-ка. Не, он дешевле берет, забирай по сутки рублей. Полевые столы, да не надо мне. А я думаю, если скучно, я могу повырезать, где я продаюсь, чтобы вам было интереснее смотреть там, не знаю, за экшоном, за стрельбищами. Ну, я думаю, это тоже очень-то интересно. Ох. 8200. Угу. Не, ладно, фотографию женщины можно оставить. Забирай. Забирай. Забирай вот эти голимые патроны. Так. Блин, играет тут такая музыка. Капец, что играет. Заплевать от мою музыку. Ой. Остаться с тобой. Не без звезда. Я в путь. Группа крови. На рукаве мой порядковый номер. Опа. Патрошки-то сюда клади. Так, а чё за... О, офигеть, если время комплекты так дорого стоят. Плотный плащ. Что-то здесь все такое дорогое, слышь, борода. Давай мне хлебушек, наверное. Свежий хлеб. Давай свежий хлеб мне. Бинт один, давай. Аптечка. Ну давай. Две. Ой-ой-ой. Ой, нет, две много будет. Бобы. Хотя хавка у меня есть, вот и РП у меня есть.
принципе, ладно. Бобы не беру. Вот так пойдет. Ладно, ребятки, надо заканчивать. Конечно, загляну, бородецки. Всем удачи, ребята. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Эта серия была насыщенная. Прям логово кровососа все ждет. Всем удачи, пацаны. Всем пока.